Опять новая игра, то есть новый день, новая игра. В этот раз это Warframe. Мне кажется, в него когда-то давно играл, но... Ну, очень давно, то есть я не помню особо. И вот опять что-то... Проектов новых никаких нет, решил Warframe поиграть. И оказывается, что очень неплохо. Я, по сути, ну, только когда там вчера или позавчера игру скачал, начал играть. До этого я когда-то давно играл, но я даже не помню, что там у меня за аккаунт был, так что в клан пока никакой не вступал. Вот такая фишка мне доступна. Повышение ранга мастерства уже второй раз высвечивается. Какой-то тест. Ну, попробуем. Красивая, конечно, игра. И что мне нравится, она активная. То есть ты быстро бегаешь. Prove yourself with your primary weapon. Ты быстро бегаешь, быстро делаешь действия. Активная игра. Очень активная игра. У меня лук, пистолет и меч. Лук, пистолет и меч. I believe you can handle more. Хорошая музыка, хорошая графика тут. Это что-то на кубок подпускает. Можно сказать. Excellent. Continue. Вроде как онлайн игра, но по сути ты просто с мобами делишься. Ой, прикольно. Это подкаты всякие. Просто сюжет проходишь. A formidable performance. This test is now complete. Mission complete. Excellent work, Tenno. Вообще тут очень много контента, то есть я только начал играть, мне еще предстоит это все изучать. Но контента тут очень много. Operator, messages have arrived in your inbox. Вот я что-то открыл. Планец мастерства, адепт. Ну, опять же, тут дейлики есть, всякие ачивки. По сути, я основную сюжетку выполнил, грубо говоря. Первые миссии, теперь я уже делаю, что хочу, то есть могу куда угодно лететь. Тут вот такой огромный мир. Я даже не знаю, что это такое. Я куда-то нажал. То есть много планет, на каждой планете там какие-то квесты есть. Ну, пока что я на Земле остановился. Сейчас еще покажу полностью своего персонажа в деле. То есть у меня меч, пистолет и лук, но меч я в основном использую, пистолет вообще не использую. Не знаю, куда я лечу. Я кому-то в убежку прилетел. Главные прыжки есть, замедление всякие, ну, то есть активная игра. Ладно, полетели домой. Я
хотел миссию одну выполнить, у меня тут открыто. Постой, я же эту миссию вроде выполнял. Узел Венеры. Опять я куда-то нажал. Разные какие-то мысли есть. На убийство, на спасение и так далее. Бесплатная игра, то есть для бесплатной игры тут прям очень много всего. И производительность очень хорошая, кстати, то есть не лагает ничего. Вот миссия, тут кого-то спасти надо. Попробуем. Миссия спасения. Intel suggests that our person of interest is in the vicinity. Search for the hostage and bring them home. Я ж вроде тоже проходил, ну ладно. Without rescuing the prisoner. Keep searching. Какой-то игрок подсоединился ко мне. Мечом, кстати, можно пули доджить. Отбивать пулю можно еще. Thank you.
Original. You are approaching the holding area. Careful. If the wardens detect you, they will surely initiate the execution sequence. Marines inbound. Running out of time. Prisoner located. We need to get them back to command in one piece. Find your way to the exits, and don't leave the subject behind. Got a weapon for me? I've got some scores to settle. Cool.